бензине. Короче, трэш. Засыпает. Но выхода другого нет. На автобус я уже сейчас не успею. Я буду ехать на летней резине. В прошлом году, ребят, я отъездил весь сезон на летней резине. О, смотрите, что у нас происходит. Сейчас попробуем затормозить. Машину просто несет. Она не останавливается. Вот, смотри, что творится. Да, она просто не останавливается. Значит, единственный вариант ехать 40 километров в час. Она даже не набирает скорость. То есть я буду ехать вот так вот максимум. Да. Ну, сейчас ночь, движение небольшое. Ну, вообще его нету, как бы. Поэтому я еду очень медленно. Но мне нужно ехать. Других вариантов у меня нет. Если я буду ехать 30-40 до 50 км в час, все будет нормально. Сейчас посмотрим, как я буду входить в повороты. Если с натяжечкой так тормозишь, то она останавливается. Если до упора включается ОБС, и машина едет просто вперед. Вот. Видите, друзья? Ну, это трэш, блядь, срака. В поворот. Да, я вхожу, но я, смотрите, с какой скоростью вхожу в поворот. По городу. По городу. Сейчас посмотрим. Будет разбито уже все. Но, смотрите. Люди стоят на остановке, ждут автобус спокойно. Да, меня несет, ребята, тормозного пути ноль. Я буду ехать 40 км в час. В смысле, я не тормозного пути, а я не останавливаюсь. Друзья. Я не останавливаюсь. Поэтому я буду ехать медленно, не спеша. Кто хочет меня обгонять, пусть обгоняет. Еще раз пробуем. О, я слышу даже как... Да, я слышу даже как переключается. Как колеса просто едешь. Только чуть оборотов больше становится, и колеса прогребаются, проскальзывают. Но я выехал чуть раньше с запасом времени, и я буду ехать вот... Ну вот на такой скорости. Сейчас будет круг. Я буду входить в круг, в поворот. Посмотрим, занесет ли меня. Поляки осторожные, конечно. Едут, они и так едут, короче, это. 20 км в час. Ну вот и себе, смотрите, на такой скорости себе. Вхожу аккуратненько. Если я еду не спеша. Вот так вот можно ехать. Быстрее все, вам хана, вас занесет. Вы будете рыть сугробы. Друзья, еду по крайней правой полосе. Здесь немножечко больше машин, автомобилей едет. Дорога более разбита. Больше каши. Сейчас проверим тормоза. Я еду с скоростью 40 км в час. Сейчас резко нажимаю на тормоз. Смотрите, тормоза нет. Машина скользит вперед. Чуть-чуть цепляясь. Вот если я так чуть-чуть прижимаю аккуратненько, она приостанавливает ход. То есть мне нужно ехать, да. Грубо говоря, дистанцию выдерживать. Порядочную до впереди идущего автомобиля. Вот. И скорость не превышать больше 40 километров. Хороба. В данных условиях на данной резине. Так, друзья, появляются участки трассы, где вот видите асфальт. Все, я могу даже чуть-чуть газануть нормально себе. И даже если нужно, вот остановиться. Работает тормоз. Разбивают машины, мороза нет. Это уже радует. В общем, друзья, из сегодняшнего опыта могу вам сказать, если снег
покрыл дорогу и так чуть-чуть утрамбовало его, то на летней резине вы сможете ехать? Да, сможете. 30 километров в час без резких движений, без каких-то там, значит, таких участков дороги, где будут змейки, повороты постоянные в гору, вниз. Нет, это должна быть максимально вот такая городская дорога. А вот, ребятки, мы видим, дорожная служба расчищает тротуары. Вот, ребята, сейчас вот, друзья, я выезжаю на участок дороги, вот этот, который я говорил, меня больше всего беспокоит. Но он оказывается немного более как бы разбит даже. Не, нормально здесь, нормально. Но, конечно же, если бы была зимняя резина, было бы намного комфортнее передвигаться. Но я бы тогда, конечно, давал газу такого, нормально бы ехал 60-70, я бы ехал бы спокойно. Поэтому, может, и хорошо, что летняя резина, да я себе зимой 40 километров еду. А сейчас мы проверим, вот что происходит. Смотрите, тут корочка. О, машина не едет вообще. Тормоза. Машина вперед, просто плывет. Охренеть, ребята. Сейчас я покажу вам, что будет, когда я резко заверну. Когда я резко просто поверну руль. Вообще не знаю, нужно ли это показывать вообще. Вот когда я поверну и буду тормозить. Я поворачиваю руль и торможу. Внимание. Ну, что-то произошло. Поехали сейчас. Машина не поворачивает. Только что машину просто несло вперед. Друзья, ну все, мы приехали. В общем, когда вот такой, да, снег, то, ну, вам труба. Так, друзья, 3 часа дня, обстановка на дорогах. Снег растаял, мороза нет, гололеда нет. Что ты там? Это Відпрацював, їду додому. Друзья, во дворах есть небольшая кашица такая. Понятно, здесь... Ага. Все, вот, несет. Встречка, надо пропустить. Здесь сохраняется не очень безопасные условия для вождения. Сейчас вот я покажу. Вот такая каша, вот она замерзнет ночью и будет жопа.
Ну вот, друзья, я приехал домой. И после сложного рабочего дня нужно будет снимать стресс. Вот у меня есть банка Нутеллы, я возьму с собой. И бутылку пепсиколы возьму.